бывший Рисовый Поля, наш бывший район. Вот видите, отсюда, как обычно, видно, видны вот эта гора Роза, видна, где мы были неделю назад. Ой. Жалко, конечно, что когда мы были в горах, я, как говорится, не использовала именно вот эту камеру на телефоне, вот, которая стабилизирует лучше, конечно, чем та, потому что я привыкла той камерой пользоваться, и поэтому мне даже написали вот один комментарий, типа, спасибо за стабилизацию, что действительно дергалась камера. В общем, привычка — дело не сильно, не всегда хорошая. Привыкла той камере пользоваться, но сейчас я уже включила именно эту камеру на телефоне. Кстати, телефон новый мне Рина подарил, поэтому здесь камера очень хорошая, и стабилизация работает хорошо, вижу. Какая у нас солнечная погода. Деревья. Вот как, сколько там еще много снега на той горе, где мы были. Красотища. Так, этот магазин, куда мы едем, находится прямо на окраине города. Это мы объезжаем наш город. Вот. Ma questo non abbiamo visto altre volte. È quello che ci ho fatto vedere su internet. Ah. В общем, выбираем. Мы этот присмотрели, но он длинноватый. Все. 130 рублей. Хороший магазин Жаск. Тут все для дома, и для полотенца. Вот, кстати, мы там взяли и комодини. Вот маленькие комодики возле кровати. В общем, новые комоды. И сейчас мы заказываем комод. Вот тот, что наверху. Выбрали вот этот коричневый деревянный. Сейчас закажем, посмотрим, когда он прибудет. Хорошая тут мебель, деревянная, качественная. Да, какая удача. Не надо нам заказывать, потому что у них на складе был в разобранном виде уже коробка вин именно вот этого комода, что мы решили взять. Так что сразу берем и все, и меняем. Вот этот старый комод мы хотим заменить на этот новый, что мы уже купили, да, Санса прыгает. Потому что здесь очень тяжелый, плохо открывается, плохо закрывается. Вот этот нижний вообще не открывается и не закрывается. В общем, этот громоздкий, тяжелый. Чего ты гавкаешь? Чего ты гавкаешь? Поэтому, в общем, на замену этого купили тот другой. Вот, ну потом со временем поменяем еще и этот тоже старый. Но тоже никакой уже обшкрябанный весь, фиг знает сколько лет ему. Вот, так что меняем потихонечку, по мере возможности. Слава богу, у нас есть рядом вот этот магазин хороший, очень хорошая добротная мебель. Сейчас покажу. Видите, вот эти вот маленькие комоды мы тоже в том магазине в Жаске взяли. Очень удобно. Хорошие деревянные. Вот, короче, качественное. Что-то он шатается, наверное, неправильно. Видите, какие там пестрели. В общем, Рину, видать, это Рину шкафчик. Вот, тоже хорошая мебель, деревянная. Там же взяли. Благо, у нас вот этот шкаф тоже светлый. Так, и... Томас скалолаз. Эй, Томас, как ты высоко забрался на оливковое дерево? Санса, подожди, это мы играем мячиком. Смотрите, что у нас тут творится. Никакой травы, как обычно. В общем, ждем еще и садовника, чтобы нам гравий тут постелили. А, Томас, Томас, готон. Залез аж наверхничаешься. Так, у нас что? Хочу сразу показать вам. У нас тюльпанчики тут вылезли. Вылазят тюльпанчики. Вот. В нескольких местах. Вот там тоже тюльпаны. И там тюльпаны. А вот здесь пионы. Видите, красненькие уже начали выходить пиончики. Вот там тюльпанчики. В общем, все. У нас январь месяц, а уже цветы начали потихонечку. Вот там я буду садить помидоры и огурцы. Потому что в том углу у меня уже нет грядок. Там, как я уже говорила, будет у нас бассейн стоять. На, Санса, готова. Готова. Играть. Эй, Томас, слезешь? Нет. Мичу.